На отделку потолков и стен знание персоналом своих обязанностей, исправность пожарной сигнализации, систем пожаротушения еще раз обратят внимание сотрудники МЧС Самарской области и прокуратуры. После трагедии в Кемерово по всей стране идут проверки. В нашем регионе работает 141 торгово-развлекательный центр, площадь каждого 3000 квадратных метров. 80 объектов имеют независимую оценку пожарного риска. Сейчас в том числе жители области обращаются в МЧС с просьбами о проверках. Начальник службы пообещал, отреагирует на каждое. Так, накануне выезд в один из торгово-развлекательных центров уже был осуществлен. Те нарушения, которые были изложены в звонке гражданина, они не подтвердились. Все запасные выходы были открыты, все были доступны, и персонал, который находился, знал свои обязанности непосредственно в торговом центре. В ближайшее время будут проверены все торгово-развлекательные центры. Инспекции пройдут совместно с представителями общественной палаты, чтобы обеспечить открытость и прозрачность ревизий.